Итак, сегодня у нас 8 декабря 2019 года. Я, значит, нахожусь около Никольской улицы. Она вот здесь, за этим. Ну, там, грубо говоря, здесь вот идет уже. Я иду сейчас по направлению Китай-Городской стене, остатком ее и так далее. Вот сейчас вот пойду, погляжу, что как. Вот я оттуда пришел, тут небольшой спуск. Ну так нормально, если чистить всю зимой, тут здесь вообще небольшой совсем. Вот здесь вот, значит, Феррари, там, значит, магазин. Вот, всякие разные бутики. Это вот шоурум Бентли. Вот здесь вот такая вот, блин, роскошь и все как, все такое. Вот я оттуда шел, значит, здесь вот магазин. Ну, и здесь проход на Никольскую улицу. Вот я там тоже уже был, как бы все это снималось. А вот остатки Китай-Городской стены. Сейчас я туда пойду. Вот здесь вот, значит, вот она, Китай-Городская стена. Ну и остатки, точнее. Там она ну, тянулась она дальше намного. То есть она защищала городские стены. Потому что, ну, как бы город-то был в пределах стен в то время. Вот, то есть, да, ну, от ханов, от поляков. То есть вот это вот, это называется Птичья башня. Вот, ну, как бы где-то я читал, что там, как бы, ее назвали из-за того, что с нее как бы голубей запускали как почтовую службу в войнах там и так далее. Вот так вот. Вот сюда можно будет пройти, вот витые ворота, там то все. То есть можно спокойно будет сейчас пройду, посмотрю, что-то как. Ну вон. Вот здесь вот, значит, задворки магазина, там какой-то Валентина и так далее. Вот здесь вот какая-то дверь стоит. Новая дверь, не знаю, что здесь стоит, но вот не важно, короче. Вот здесь вот помойки, херойки и так далее. Иду дальше. Вот, значит, Китай-Городская стена, вот оттуда я пришел. Там, значит, даже двери есть, как бы, ну, в стене, в самой железной. То есть там что-то закрыто, там можно, ну, где пройти, наверное, в эти, ну, там, вовнутрь, как бы, стены. Там, может быть, что-то есть, потому что здесь, по, как бы, тому, что я читал, здесь, в принципе, есть остатки, может, они дальше где-то, остатки, значит, ресторана «Славянский базар», потом, значит, что-то еще, тут много всего было, тут, потому что в древности здесь как бы Китай-Городская стена, когда она перестала уже существовать как укрепление, они здесь сараи, что-то еще там у них, дровяные эти склады, там то все, то есть здесь вот такого плана. А сейчас вот стоянка здесь в конце, сейчас посмотрю. Вот, ну вот, а, как бы, ну, продолжение Китай-Городской стены, она, значит, получается вот в таком виде, да, сохранилась. Вот здесь вот, я говорю, здесь вот, вот гостиница «Метрополь», вот она как бы построена была, несколько раз горела, вот, и там ее строили, она горела, опять строили, опять горел, вот, то есть и БВ, по-моему, и строил, что такой, вот здесь большой театр, вот, он тоже как бы к нему приложил, это уже получается, ну, как бы театральная площадь, вот. Здесь, значит, вот этот театр, он тоже, он раньше Петровским назывался, вот, потом уже стал большим, он тоже горел, горел, вот, а в этом, значит, вот в «Метрополе», значит, ну, тоже номера были, гостиницы, здесь был первый кинотеатр, там, первый в Москве лифт, что-то еще, то есть очень интересная, как бы, ситуация, вот. А так вот, я говорю, за этой стеной был вот этот «Славянский базар», ресторан, который сгорел, он в 90-х еще даже работал, но, как бы, погорел. Вот, с этой стороны вот здесь «Вареничная». Вот, этот музей, сейчас пройду, музей имени Ленина бывший, исторический, вот он идет, вот, то есть вот так вот. Вот, значит, я дошел, как бы, ну, до конца, можно сказать, вот. И здесь вот башня. Вот, значит, метро театральное здесь вот, вот, выход из метро, вот вход в метро. Вот. И вот я оттуда шел, как будто оттуда, вот там, значит, остатки вот это все уже восстановлено, новая башня, в 98-м году ее построили, то есть остатки этой Китай-Городской башни только там, ну, которые настоящие, реальные, да, а здесь, конечно, уже все, уже ничего нет, вот здесь вот ресторан, там еще что-то, сувенирная лавка, вот там вот есть вход, но он не приспособлен, потому что нет перил. И дальше тоже вход туда, вот, ну, за эту стену, как бы, пряничную, можно ее так назвать, тоже можно войти, но, как бы, там перил нету, поручней нету, ничего, ни пандусов, ни фигандусов. То есть я туда не полезу.
Вот, я иду, шел оттуда, вот это, значит, музей Отечественной войны 812 года. Здесь вот даже можно зайти спокойно, то есть есть въезд, так называемый. Ну, он, скорее всего, для карет был в свое время. Но, в принципе, вот так вот. Вот, вот я перешел как бы на другую сторону. Вот, и здесь указатель, значит, Большой театр, выставили сначала новый манеж, спас нерукотворного образа, собор спаса нерукотворного образа, гостиница «Метрополь». Ну, это вот откуда я пришел. Вот за этой стеной, значит, вот там китайгородская стена, ну, новая, вот в той стороне. Там, значит, была первая типография при Ване Грозном создана, значит. Вот там вот этот вот, как бы, институт, вот там, значит, институт кореархивный, я просто выговорить не смог, там отец мой работал, учился, вот там, значит, вот первая, как бы, типография при Иване Грозном, значит, там вот на территории этого, ну, там храм, вот на территории храма, значит, вот этот вот часть земли была отдана этим, значит, под ресторан «Славянский базар». Также там, значит, была построена первая в Москве, единственная, по-моему, как я читал, частная улица, вот там переулок Третьяковский, по-моему, он был частным. То есть вырубили кусок этой стены, вот, и забарганили там переулок, в котором там, значит, все эти магазины там новомодные, там то все, рестораны, кабаки в то время уже. Вот, и как-то там все эти товары заграничные продавали. То есть это вот, вот там, вот за этими стенами, но просто я туда не пройду, там подняться нельзя для меня.